способности для того, чтобы победить в этих соревнованиях, для того, чтобы доказать, что вы лучшие из лучших, у вас есть. Главное их реализовать. Удачи всем! Уже 20 лет проходит здесь, на этой же трассе мотокросса, чемпионаты различного уровня, различного масштаба. То есть это уже традиционное мероприятие. Здесь у нас и Каменск-Уральск, и Челябинск, и Пенза, и Московская область. Достаточно большое разностороннее мероприятие сегодня. Мастерюганска, из-за этого болеем за нашу команду. За Глеба Чернышева, за Александра Боярского, за Эдуарда Федосеева, за наших. Желаем им победы. У нас сын хоть только начал ходить в Мастерюганский мастер. Тут экстрим, вот всякое такое, то что грохот, вот всякий, лев мотует. По тем скоростям, которые спортсмены набирают уже сейчас, это высочайший уровень. Тут и мастера спорта, и международные мастера спорта. Трасса непростая, трасса песчаная. Спортсменам приходится, но не только со своей физикой сражаться, но еще и с тем, что мотоцикл просто вязнет в песке. Еще и были дожди. Все справляются, у всех все получится классно. Организаторы, как всегда, в Нефтеюганске молодцы 100%.